В эфире актуальное интервью. Меня зовут Павел Танин. И сегодня у нас в гостях старший следователь Следственного управления МВД по Республике Саха-Якутия Станислав Александрович Тарасенко. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Сегодня мы с вами говорим про дистанционное мошенничество. Это довольно-таки актуальная тема, причем в любое время года и уже несколько лет подряд, что самое интересное. И вот на днях сотрудники уголовного розыска, они раскрыли дело о мошенничестве по продаже рогов шерстистого носорога, оцениваемого более чем в 1 000 000 рублей. При этом пострадавшего обманули, используя, вот, как обычно это бывает, средства связи, интернет и мобильный телефон. И насколько такой вид мошенничества стал распространенным, как быстро раскрываются подобные преступления? Да, действительно, в последние годы у нас складывается такая тенденция, у свидетельствующая о распространении данного вида преступлений, таких хищений, как личного имущества у граждан, так и денежных средств, совершенных с использованием средств сотовой связи, сети интернет и систем дистанционного банковского обслуживания. Касательно озвученного случая могу пояснить, что да, действительно, в конце прошлого года в дежурную часть столичного отдела полиции обратился гражданин, который сообщил о том, что для реализации добытого им рога шерстистого носорога он подал объявление на одну из популярных интернет-площадок нашей республики, по которому к нему обратился человек, изъявивший желание приобрести данный рог. Договорившись с покупателем о встрече в определенном месте, потерпевший не дождался самого покупателя. Вместо покупателя на встречу подошел человек, который представился знакомым, сообщив, что лицо, изъявившее желание купить рог носорога, задерживается в очереди в банке, пришлет сразу же, как перечислит деньги, соответствующий чек, попросил отдать потерпевшему рог носорога. Соответственно, вызванное желание поскорее получить прибыль со стороны потерпевшего и явилось предпосылкой к совершению данного преступления. В настоящее время преступник установлен, по делу проводятся необходимые следственные оперативные мероприятия. Ну, вот тут налицо, опять же, психология, доверие и социальная инженерия. Да? Вот, в принципе, на этом-то все и строится, насколько я понимаю. Да, действительно. Эти преступления выстраиваются именно по названным вам признакам, и преступники хорошо разбираются порой в психологии людей. Ну, вот самые распространенные виды, то есть, ну, насколько я знаю, самое распространенное было раньше, это именно мобильные банки, через мобильные банки выводили деньги, то есть дозвоны какие-то, скиньте нам номер карты, там мы из банковской службы. Какие сегодня, ну, не знаю, как сказать, популярные среди мошенников виды. То есть само мошенничество не меняется, меняется его вот оболочка. Какая вот, к чему сегодня нужно обращать внимание, на что? Ну, сегодня в первую очередь нужно обращать внимание на сделки по различной купле-продаже имущества, либо это может быть сдача в аренду жилой площади. В первую очередь у нас увеличилось количество совершения преступлений вот под такими предлогами совершаемых, когда потерпевший, опять же, желая быстрее получить материальную выгоду для себя, становится жертвой преступления. То есть через торговые площадки вот уже начинается это. И там получается, как и при купле-продаже, как при покупке товара, понимаю, можно быть обманутым, так и при продаже. Да, то есть совершенно верно. Как обычно это происходит? Вот, допустим, я продаю какой-то товар условно. Ну, вот, к примеру, вот этот листочек, я решил его продать, выставил на торговую площадку. Ну, могу сказать, что купли-продажи у нас вообще в абсолютно всех сферах затрагиваются. Здесь, может быть, начиная продажа от одежды, либо животных, заканчивая тяжелой техникой автомобильной. В случае, как в вашем описанном примере, вы можете стать жертвой мошенника, разместив соответствующее объявление и дождавшись поступления, соответственно, звонка от мошенника, который решил похитить у вас деньги. В любом случае, мошенник не даст вам опомниться, будет действовать очень быстро, нагло, и выпытав у вас необходимые минимальные характеристики товара, который вы реализуете, сразу же перейдет к общению, обсуждению способа оплаты данный товар. При этом все общение будет происходить по телефону, вероятнее всего преступник сообщит такие сведения, что не может явиться в настоящее время для приобретения и оплаты товара и предложат перечислить деньги на вашу карту. Если люди, которые часто сталкиваются с платежами, проводимыми с карты на карту, они всегда знают, что для
осуществления платежной операции. Достаточно как только номера карты. Мошенник же действует так, что выясняет у потерпевшего все данные карты. Это фамилия, имя, отчество, на кого выпущена карта, срок ее действия и защитный код, который расположен на обороте карты. Данных сведений достаточно, чтобы получить доступ к личному кабинету потерпевшего и вычистить не только денежные средства с карты, но и со всех счетов, открытых в банке. Угу. Ну вот говоря про выяснение вот этих данных, часто от некоторых обманутых людей приходится, ну, можно услышать, что они чувствовали там, как будто были под гипнозом в это время, то есть используется, хотя звонили им по телефону, опять же, через интернет общались, но используют ли мошенники гипноз, вот, или какие-то подобные средства? Что относится к использованию гипноза, я не могу точно достоверно вам ответить, да, обладает ли наш преступник, будущий обвиняемый, предпосылками для вовлечения состояния гипноза потерпевшего. Могу сказать одно. Эти люди очень хорошо и грамотно разбираются в психологии людей, действуют очень быстро, не дают потерпевшему опомниться, прийти в себя и, опять же, давят на то, что сделку надо произвести прямо здесь и сейчас. Ага. А вот вернемся уже как бы непосредственно к вашей работе, а не в общему так-то описанию. В прошлом году, допустим, ну, есть ли информация такая у вас сейчас, сколько примерно подобных случаев мошенничества было в Якутии, дистанционного мошенничества именно зарегистрировано? Да, следственное управление проводит постоянный мониторинг совершения такого преступления для повышения эффективности раскрытия и расследования. Поэтому я могу вам привести наши показатели. За прошлый год у нас в производстве следователей республики находилось порядка 600 уголовных дел данной категории, из числа которых нам удалось раскрыть свыше 50 преступлений, совершенных всего 14 лицами. То есть тут говорится уже о серийности. Да? Причем, если ранее совершение таких преступлений было полем деятельности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, то в настоящее время тенденция свидетельствует о том, что данным совершением преступлений данного вида начинают интересоваться люди, которые ранее не попадали в поле правоохранительных органов и пожелавшие, видимо, легко завладеть деньгами. Нажиться на доверии других людей. Хорошо, Станислав Александрович, вопрос такой. Как быстро раскрываются дела и какие трудности возникают? Потому что трудности возникают определенно, если, смотря, вот, допустим, вы цифры озвучили, 600 случаев, больше 600 случаев зарегистрировано, 50 раскрыто, да, то есть трудно их расследовать. В чем трудность заключается и что влияет на скорость раскрытия? Количество этих преступлений, хочу оговориться, да, не свидетельствует о всплеске преступности в первую очередь. Это много факторов, связанных с этим. Раскрываются преступления, если они совершены на территории Республики Саха, Якутия, довольно-таки быстро. Ну, существует обычно своя специфика раскрытия такого вида преступлений. И большее же число преступлений у нас совершены из-за пределов нашей республики, с различных территорий различных субъектов нашей страны. Для раскрытия преступлений, как в первом случае, так и во втором случае, следователь проводит огромный анализ большого количества информации, которая находится в распоряжении как финансово-кредитных учреждений, компаний-операторов сотовой связи, предоставляющих услуги связи. Потому что если при классической краже преступник оставляет физические следы, которые возможно изъять здесь и сейчас незамедлительно. Отпечатки пальцев, следы в отбатинах. Да, совершенно верно. То при совершении таких преступлений вся информация вот именно хранится в информационных массивах, указанных мною учреждений. И это замедляет. А сами пострадавшие как-то могут помочь при раскрытии? Да, хотелось бы напомнить, что потерпевший, понимая, что он стал жертвой мошенника, прежде чем обратиться в правоохранительные органы, либо непосредственно сразу после подачи заявления о совершенном в отношении себя преступлении, рекомендуется сразу же незамедлительно получить в банке, обслуживающем его расчетный счет, выписку о движении денежных средств, а в компании, предоставляющей услуги сотовой связи, детализацию телефонных переговоров за прошедший либо за период, охватывающий
совершения преступления. Данное, получение данной информации, ну, значительно упрощает в какой-то степени нашу работу. А вот кто обычно становится жертвой мошенников? То есть какая-то условно, ну, назовем ее так грубо, но целевая аудитория у них? Если в прошедшие годы на заре внедрения информационно-коммуникационных технологий в нашу жизнь преступники были нацелены на поиск категории граждан, которые легко поддаются обману, это могли быть пожилые люди, либо дети, то в настоящее время, за последние несколько лет, тенденция, опять же, изменилась. Сейчас у нас более, вот за прошедший год более 60% потерпевших являются работоспособным. Как это? Люди среднего возраста. Люди среднего возраста, которые, по нашему мнению, как казалось бы, должны быть более адекватными к проявлению таких преступлений, особенно в наш век информационных технологий, когда обмен информацией происходит мгновенно, причем очень большой, и люди не выпускают порой смартфон из своих рук, но все равно попадаются на жертву мошенников. Угу. Ну вот и по такому поводу последний вопрос. Как не стать жертвой мошенников? Вот ваши советы как следователя, какие можете дать нашим телезрителям? В первую очередь хотелось бы обратить внимание на то, что не следует доверять информации, размещенной полученной из непроверенных источников. В любом случае, даже если вы решили воспользоваться какими-то услугами, либо приобрести какой-то товар, всегда перепроверяйте данные о продавце. Если это интернет-площадка, можно выяснить, сколько до этого с этого номера размещалось объявлений, ну, проявлять как бы больше бдительности, не оставаться безучастными, если, допустим, где-то увидели у банкомата бабушку, которая в руках с телефоном проводит непонятные манипуляции. Ну и помнить всегда, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Что ж, нужно быть бдительным, нужно помогать окружающим и, собственно, наблюдать и не попадаться. Дорогие друзья, не попадайтесь на ловушки, на уловки мошенников. Я напомню, что мы сегодня говорили про дистанционное мошенничество. В гостях у нас был Станислав Александрович Тарасенко, старший следователь Следственного управления МВД по Республике Саха-Якутия. Это было актуальное интервью. До встречи. До свидания.